Акты Западной России. Пятитомный сборник документов по истории России, Белоруссии, Литвы и Украины 14-17 веков, изданный в Санкт-Петербурге в 1846-1853 годах, собран, обработан и опубликован Иваном Григоровичем, включает более 2000 документов, собранных в библиотеках, архивах и учреждениях западных губерний России, Петербурга и Москвы, размещены в хронологическом порядке. Каждый том имеет археографические объяснение, есть генеалогические таблицы, родословные удельных князей ПР. Среди актов Веслицкий, Краковский, Вартовский, статуты, судебник Казимира и ДР. Документы о связях Великого княжества Литовского и Речи Посполитой с Россией, Ливонским орденом, ханством Крымским, договоры великих князей литовских с удельными князьями, московским и тверским вел, князьями, дарственные грамоты духовенству, городам, документы по церковным землям и привилегиям. В земельных документах есть конкретные сведения о панских хозяйствах.